Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас в обзоре лапша самянг говяжья с каким-то белым соусом. Честно сказать, не знаю, что это. У нас в магазине эта новиночка такая появилась. Ну, сейчас будем распаковывать и смотреть, что там внутри. Итак, лапша здесь почему-то тонкая. Обычно у самянга толстая лапша, здесь тоненькая. Вот, и получается, сколько пакетов? Один пакет с приправой. Очень интересно. Сейчас я проварю. Мне ж стало интересно, что там будет внутри. И будем, собственно, дегустировать. Ну, вот так это все выглядит. Их так называемый белый соус, белая вода. Это сейчас буду пробовать и говорить вам, что он вообще из себя представляет. Итак, ребята, сейчас попробуем. Купил я эту лапшу в нашем любимом магазине Азия Хаус. Ростов-на-Дону, Ленина 64А, Ижмайлова 4Б. Адрес будет написан в описании. Что могу сказать? По остроте он такой, как наш доширак красный. Вкус, ну, такой необычный. Значит, здесь по приправе, что могу сказать, они насыпали много сухого лука. Это прям чувствуется, и когда при варке прям запах лука так, ну, слышно. Говядина также чувствуется, все, самянг, в принципе, неплохо выступил с этой темой. Но ничего особенного. Как бы такой, я скажу, он больше из разряда обычных, нежели там карри какой-нибудь или 4 сыра. Ну, интересная модель. Лапша здесь, кстати, тонкая. Она проварилась и все равно осталась тонкой, как бы. Но на вкус она такая твердоватая. Не в плане того, что она не проварилась, а просто сама структура теста твердая. Но в целом, прикольная штука. Так что рекомендую. Ну все, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Покупайте вкусную лапшу в правильных местах. До скорых встреч.